Добрый день. Еще один анбоксинг сегодня. Перед нами Clover Cube от фирмы Chima Fungi. Да, он у меня уже был. Но я достал его для того, чтобы сравнить с его собратом. Мне не раз спрашивали, буду ли я покупать плюс-версию Clover Cube. Но на тот момент она была доступна только в версии прозрачного пластика втридорога. Но я и прозрачный пластик не очень люблю, да и втридорога платить тоже люблю не очень. Поэтому я подождал, пока выйдет в черном пластике, ну, в обычном, он черный, белый и цветной. Долго думал, взять черный либо цветной, в итоге взял черный, поскольку вот на этот я пособирал. Замечательная головоломка, стикеры держатся и смотрится он гораздо симпатичнее. Так, с этой коробкой я когда-то уже воевал. Нужно здесь потянуть, и все откроется, наверное. Да, все открывается. Фирменная подставка, она точно такая же, как и в обычной версии. Так, полиэтилен, скотч. Вот он. Ну, посмотрим. Да, кстати, коробочки не было. Вот это ведь весь бокс был сразу просто в пакетике, как вы, наверное, обратили внимание. Так, сравним. Пока уберем. Ну, размер точно такой же. Логотипы такие же. Что добавилось в плюс-версии? Добавилось прорези вот здесь вот, по центру. То есть теперь он должен вращаться еще как вращается. Просто отлично вращается, как кубик 2 на 2. Его как двушку можно на соревнованиях собирать. Ну, конечно же, нет. Но вращается просто отлично. Очень хорошо вращается, как 2 на 2. То есть теперь это гибрид кубика 2 на 2 и Clover Plus, и просто Clover Cube. Ну, называется он Clover Plus. То есть мы теперь можем вращать вот так, ну, как старую версию. Притертый весь. Вот так можем вращать. Можем вращать как двушечку. Вот так вот перемешивать можем. Можем. Можем перемешивать. Ну, как бы у нас лепестки остались такие же. А вот эти ребра, теперь он из двух элементов состоят. Пока впечатляет. Компания Chima Fungi ерунды не делает. То есть даже у них кубой 2 на 2 на 3, и тот в отличном качестве, резкой узлов. Прям вообще хороший. Ух. Даже немного углы режет. Он даже много углы режет. Они что сюда? Механизм от Вуксиа поставили. Кстати, было бы интересно увидеть механизм. Да, там двушечный механизм внутри. Полноценной двушки. Он на камеру, наверное, будет видно плохо, а разбирать мне его не хочется. Что-то должно быть. Так, ну давайте вспомним, чем нам знаменит Clover Cube. То есть помимо того, что он умеет вот так вот вращаться, да, и менять эти элементы, он умеет менять форму. Ну, то есть джамблинг происходит. Вот такой вот. Да, что дает дополнительный интерес. То есть если его перемешивать, форму не меняя, ну это достаточно скучная головоломка. Если форму поменять, то гораздо интересней. Также напомню, что этот Clover Plus, просто Clover Cube, это урезанная версия куба бабочки Дланлана, ну или Helicopter Cube. Ну, кто-то из них. У одного уголки есть, у другого ребра есть. Ну, здесь не хватает углов, и был бы куб бабочка. Ну, если бы с уголками. Из-за того, что углов нет, здесь новые возможности джамблинга, и он несколько проще становится.
ну, даже сильно проще. Пока непонятно, вот эти вот дополнительные возможности упростили этот кубик или нет. Надо тестировать, надо крутить. Но как бы все возможности обычной версии здесь остались. Но появились новые. Причем даже... Не, наверное, сначала его как двушку надо собирать. Хотя не факт. Совершенно не факт. Даже страшно его пока перемешивать. Ну, во время вращения ребер, как 2 на 2 немножко разъезжается. Вполне закономерно. Да. Да. Сейчас вот запутаю, а обратно не распутаю. Тоже так могу. Кстати, можно уехать и поменять здесь что-то. Ну, будет явно интереснее. Так, что-то я тут намешал. Но я думаю, не сильно страшно. Очень интересная головоломка. Обязательно ее буду в ближайшее время тестировать. Качество отличное. Стикеры от Chima Fungi весьма хорошие. Все ровно тут приклеены. Яркие, качественные, тоненькие. Нигде ничего не задирается. То есть я вообще сторонник всяких вот не ВЦА головоломок с мелкими элементами. Их брать в цветном пластике, потому что наклейки быстро отлетают. Это нет. Совершенно не обязательно. Цветной пластик, конечно, там тоже хороший, но мне чисто эстетически больше нравится такой. Солиднее смотрится и благороднее. Да. Замечательная вещичка. Перемешивать я сейчас, наверное, не буду. Вон, как двушечка только. Отличная вещь, отличная вещь. Я так понимаю, компания Mafangia выпустила цветной пластик, ну, чтобы особо нетерпеливые понакупили не в цветном, а в прозрачном пластике. Там за бешеные деньги, там в 3-4 раза дороже, в том прозрачном пластике. Те, кто утерпел, не стал брать прозрачный, не пожалеют. Мне прозрачный совершенно не нравится. Даже за обычную цену я бы не стал его брать. А так, очень хорошо. Просто плюс. Кловер плюс. Плюс. Отличная головоломка. Всем советую. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.